Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение, заявил Токаев. Об этом президент сказал на встрече с главами иностранных дипломатических миссий. Мы входим в топ-10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 миллионов тонн пшеницы. Казахстан является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение. Кроме того, Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. В настоящее время более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай-Европа проходят через территорию нашей страны. По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%. В этом контексте хотел бы отметить важность инициативы «Поясов пути», в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как средний коридор, приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Также глава государства призвал глав иностранных миссий активно взаимодействовать с фондом Самрук-Казна, который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 миллиардов долларов. В настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда «Самрук-Казна». Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. «Казмунайгаз», наш национальный нефтяной чемпион, проводит IPO в Казахстане этой осенью. Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК провести дебаты. Свое требование он высказал на своей странице в соцсетях. По словам политологов, обычно соперники на выборах во время ожесточенной борьбы за высший госпост в развитых демократиях пытаются преподнести себя в выгодном свете, представляют свою программу, обещают изменения к лучшему, бьют по слабым местам оппонентов, встречаются с избирателями, в общем, борются за каждый голос. Что же происходит в Казахстане? На улицах нечасто увидишь агитационные плакаты кандидатов. Ни один оппонент действующего президента не критикует, но критикует других кандидатов. Недавно кандидат в президенты от партии «Аул» Жигули Дайрабаев пригласил меня на открытые дебаты. Я никого не боюсь. Я готов встретиться на дебатах с любым лицом, который бросит мне вызов. Требую от Центральной избирательной комиссии провести на следующей неделе дебаты на республиканском уровне с представителем народной коалиции. Ранее сообщалось, что сам Ауесбаев резко высказался об Перуашеве, Ертісбаеве и Жигули Дайрабаеве. В ответ на это Жигули Дайрабаев призвал Ауесбаева встретиться лицом к лицу. У меня нет времени на ругань в Facebook. Пока был в самолете, увидел критику в мой адрес от кандидата от ОСДП Ауесбаева. Я хочу сказать, чем быть героем на расстоянии, давай встретимся и поговорим тет-а-тет. Есть ли вообще партия ОСДП? Я объезжал регионы и разговаривал с людьми. Никто даже не знает об этой партии и о таком кандидате, как Ауесбаев. По оценкам политологов, мы не видим каких-то масштабных публичных мероприятий в поддержку кандидатов. Ну и результаты в виде голосов избирателей у них, скорее всего, не будут значительными, полагают политологи. Всего кандидатов, за которых избирателям предлагают проголосовать, 6. На предвыборную агитацию кандидатам выделили по 10 миллионов тенге. Сумма должна тратиться кандидатами на публикацию предвыборной информации в печатных СМИ, выступления на радио и телевидении. Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана планируют провести 11 ноября на телеканале «Хабар». Нарушили, нарушают и будут нарушать. Судя по данным, которые представил Комитет технического регулирования и метрологии, за 10 месяцев текущего года прошло 1326 мероприятий, которые охвачены госконтролем. Из них внеплановые 104, профилактический контроль с посещением 134, профилактический контроль без посещения 877 и 227 совместных проверок с другими госорганами. В 65% случаев выявлены нарушения. Следует отметить, что сумма штрафов административных составила 140,6 миллионов тенге, что на 77% больше, чем за весь прошедший 2021 год.
Кроме того, проверено 70 субъектов аккредитации, то есть органов по сертификации, которые выдают сертификаты, испытательных, 34 испытательных лабораторий, 22 поверочных лабораторий, 15. Из них выявлено нарушение у 39 субъектов аккредитации. Центры экспертизы и сертификации выдают документы без испытаний, по маркировке тоже нарушения. Закрыть глаза в обмен на денежные знаки пытались некоторые лаборатории, а последствия могут быть самые неприятные. В больницах, когда средства измерений не поверены, это может быть пульсоксиметры, которые измеряют показатели, это и мониторинги жизненно важных показателей в реанимации, которые находятся, например, в постковидное время. В ковидное время были закуплены, да, и такие средства измерений тоже выявились неповеренными. На полках магазинов может оказаться что угодно, но даже если есть сертификат, то это еще не гарантия качества, судя по тому, как лихо раздают документы за вознаграждение. К слову, более 1500 средств измерений не оказалось даже в реестре. Из-за таких непригодных к измерениям средств, например, выявлен недолив бензина на АЗС в Алматы. 68 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Западно-Казахстанской области. Об этом в ходе брифинга сообщили врачи и санэпидемиологи. Специалисты рассказали о ситуации по ОРВИ и гриппу на текущий сезон. С начала эпидсезона в Западно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 7 тысяч фактов заболевания ОРВИ. Также зафиксировано 12 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе среди беременных женщин и детей до 14 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпидсезоне будут актуальными три штамма вируса гриппа – H3N2, H1N1 и вирус Б. Для формирования устойчивого иммунитета населения области в этом году на бюджетные средства было закуплено 68 тысяч доз вакцины Гриппол плюс российского производства. Медики предупреждают, что лечению антибиотиками грипп не поддается, поэтому основным средством защиты от заболевания является своевременная вакцинация. При этом ежегодно в области вакцинируется лишь до 10% населения. Медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и другие лица, относящиеся к группе риска, получают прививку на бесплатной основе. Обязательная вакцинация от гриппа, как и прежде, после получения и информирования согласия подлежат, как ранее были сказаны, наши медицинские работники, лица, относящие к группам риска по состоянию здоровья, беременные во втором и третьем триместре и по эпидпоказаниям. С целью предупреждения заболеваний медики советуют соблюдать элементарные меры профилактики: полноценно питаться, принимать витамины, проветривать помещение, делать влажную уборку и при необходимости использовать маски и антисептики. В Актау снесут незаконно строящийся 12-этажный жилой комплекс. На момент заморозки стройки застройщик успел поднять первые 8 этажей. Оказалось, возводили его без разрешительных документов. У дома уже есть хозяева. 60 человек успели инвестировать свои деньги. Теперь они боятся остаться и без денег, и без жилья. Мы все документы видели, нас ознакомили. Теперь выясняется, что строительство велось незаконно. Надеюсь, мы не останемся без крыши над головой. По словам специалистов соответствующего управления, подрядчик не сообщил о начале строительства объекта. В течение года не сдавал необходимые документы. В результате ведомство подало иск против застройщика. Несмотря на предписание о прекращении строительства, застройщик игнорировал требования. По этой причине, признав дом объектом самовольного строительства, в судебном порядке решено снести здание. Чиновники успокаивают граждан, мол, если компания сдаст документы в госорган, будет дано разрешение на продолжение строительства. Такая же ситуация происходит с 30 домами. В суд было направлено заявление об остановке строительства 10 из них. Цены на аренду жилья в Актобе пошли на спад. Но до прежних цен еще далеко, говорят риэлторы. Но снижение, хотя и незначительное, на 8,5%, все же наблюдается. Эксперты связывают такую тенденцию с оттоком россиян, которые массово хлынули в приграничный регион в прошлом месяце. Тогда рынок недвижимости отреагировал моментально. Из-за спроса часть жилья подорожала в 2 раза. Вместе с тем появился и острый дефицит арендных квартир. И только сейчас цены постепенно стали снижаться. Рынок, не могу сказать, что вернулся на прежний уровень, цены откатились назад, но не на прежнем уровне. Если в среднем раньше можно было снять однокомнатную квартиру в районе Батыса за 100 тысяч тенге, сейчас эти цены варьируются от 150 и выше. По словам специалистов, сейчас наблюдается снижение и остывание рынка в связи с тем, что пришло наконец понимание, что большинство россиян использовали нашу страну как транзитную зону и покинули пределы Казахстана.
В Уральске девушка обманывала молодые семьи и студентов. По предварительным данным, аферистка размещала объявление о долгосрочной аренде квартиры по цене ниже рыночной на электронных сайтах объявлений. Доверчивые граждане перечисляли предоплату злоумышленнице на разные суммы. После поступления денежных средств девушка 1996 года рождения меняла номер телефона. Как сообщили в департаменте полиции, на счету мошенницы 7 эпизодов, но, возможно, количество пострадавших больше. По подозрению в совершении данных преступлений задержана гражданка 1996 года рождения. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Департамент полиции Западно-Казахстанской области обращается ко всем гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников, не отправлять предоплату в качестве задатка, а также все расчеты производить только по факту и требовать договора. С началом отопительного сезона возрастает количество пожаров, наибольший процент которых приходится на жилой сектор. Прежде всего, это обусловлено усиленной эксплуатацией печей и электрообогревательных устройств. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, говорят сотрудники ДЧС, которые провели профилактический рейд в Уральске. С 1 октября текущего года на территории Западно-Казахстанской области был зарегистрирован 37 пожаров. В связи с увеличением пожаров на территории области в целях недопущения пожаров и гибели людей департамент по чрезвычайной ситуации Западно-Казахстанской области совместно с сотрудниками Казтрансгазаймах, комитетом промышленной безопасности, газовыми службами, с волонтерами проводятся масштабные рейдовые мероприятия. На данный момент рейдовые мероприятия проводятся в районе Курени, так как здесь живет особо уязвимое к пожарам население. До окончания отопительного периода планируется охватить все районы города. Во время рейда спасатели и сотрудники АО «Казтрансгазаймак» осматривали придомовую территорию частных домов и состояние печных труб. С жильцами был проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных и газовых приборов. АО «Казтрансгазаймак» напоминает вам о необходимости соблюдения правил безопасного использования природного газа в быту. При использовании газопотребляющего оборудования советуем устанавливать сигнализаторы, реагирующие на утечки природного и угарного газа с автоматикой отключения от газа. Также спасатели напомнили номера телефонов экстренных служб. В случае чрезвычайной ситуации или пожара необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по номерам 112 или 101, а при утечке газа 104. В Уральске прошел городской турнир по настольной игре «Монополия». Мероприятие организовано во дворце школьников при поддержке отдела образования. В игре приняли участие около 50 ребят из 10 школ. По словам организаторов, данная игра теперь будет традиционной. Планируется проводить ее в каждое каникулярное время. Особенность этой игры в том, что дети, во-первых, очень хорошо развивается финансовая грамотность. Благодаря этому, и также еще у нас эта игра идет небольшая казахстанская адаптация. То есть здесь имеется улицы городов Караганды, Уральска, также еще наше предприятие знакомится с ними. В ходе игры следует быстро соображать, как выгоднее купить и продать игровые активы. Это хорошая тренировка ума, логического мышления и памяти. Каждый участник должен договариваться с другими игроками. Это позволяет узнать друг друга ближе и подружиться. Игра очень интересная. Сегодня я впервые играю в роли банкира. Монополия учит правильно тратить деньги, думать на несколько шагов вперед и делать правильные вложения. «Монополия» – игра индивидуальная, поэтому в ходе турнира определялись лидеры в личном первенстве. Лучшие игроки примут участие в финальной игре, которая состоится 26 мая.